Мировая звезда бокса Костя Дзю, теперь квалифицированный специалист. В Уральском федеральном университете имени Ельцина он защитил дипломную работу. За диплом поставили отлично, но корочки для Кости никогда не были важны. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» боксер заявил, что сам процесс обучения оказался очень полезным. А ведь когда-то он думал, что учеба не для него. Да, к сожалению, я отсутствовал 3 дня, но просто по-другому никак невозможно ничего сделать. У меня буквально, если знаете, я работаю еще с Сашей Поветкиным. У вас несколько подобных? Да, Денис Лебедев, Саша Поветкин. Все наши чемпионы, да. Сейчас Хабиб, надеемся, сделает и станет еще раз чемпионом. Саша Поветкин, у нас Саша Поветкин бой 14 июля в Лондоне. 6 числа мы улетаем, а 1 числа я должен лететь опять в Екатеринбург для получения диплома. Там около 5000-6000 человек будут официально выдаваться диплом. Из Екатеринбурга Костя тут же полетел в Москву. Здесь выступает один из его воспитанников, Хабиб Алахвердиев. Из-за частых перелетов между городами Дзю приходится пропускать тренировки своих подопечных. Скоро ему снова предстоит лететь на Урал за дипломом. Для меня важно, я говорю, еще раз хочу повторить, не тот диплом или не та корочка, которая выдается, да, по окончании, а те знания, которые я приобрел во время изучения, например, любой работы. Я получил столько много информации, которая помогает мне. Но чего не сделаешь ради карьеры. Учеба в вузе, говорит Костя, как раз и стала для него вкладом в успешную тренерскую работу. Его подопечные – высококвалифицированные боксеры. Кроме Алахвердиева, у Кости тренируются Александр Поветкин и Дмитрий Лебедев. Работать с ними сложно, и раньше, говорит Дзю, он нередко допускал ошибки. Самое главное для себя понял, что я не должен сравнивать этих боксеров с самим собой. Отталкиваться от того, что я-то это делал, ну-ка вы ко мне это тоже сделайте. Вот это будет неправильный подход сразу. В самом начале, как только начал работать, я пытался это сделать и понял, что это утопия определенная. Потому что даже не то, что это разные весовые категории, а в том, что я был определенным маньяком в тренировках. И те объемы, которые я делал, ребята просто не смогут сделать до сих пор. Теперь новые знания Дзю отрабатывает на Хабибе. По словам Алахвердиева, Костя уже многому научил его. Например, бою на новые для него дистанции. А в перспективе под руководством Дзю Хабиб готовится завоевать титул чемпиона мира.